В Махачкале 9.45, в студии Светлана Светгусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. В Махачкале прошла Всероссийская конференция «Межрелигиозное сотрудничество в борьбе против терроризма». В его работе приняли участие глава республики, представители федеральных органов власти, авторитетные представители религиозных конфессий. Говоря о настоящей культуре и вере, Рамазан Абдулатипов отметил. Есть культура, есть вера. Культура и вера строятся на истине, на добре, на любви. Невежество строится на лжи и на ненависти. Мы сторонники какого направления тогда? Сегодня в рамках исполнения плана мероприятий государственной программы Дагестана «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в республике» в Доме дружбы состоится 4-й конгресс религиозных лидеров Северного Кавказа «Роль исламских организаций в сохранении мира и стабильности». На очередном заседании Комитета по культуре Госдумы обсуждены проекты федеральных законов в области культуры. Комитет поддержал предложение депутата Юрия Левицкого о проведении в апреле 2017 года в Дербенте семинара-совещания на тему «Опыт Дагестана по созданию центров традиционной культуры народов России». 28-я конференция регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» состоялась в Махачкале. Основным вопросом был отчет регионального политического совета партии. Торжественное открытие Центра по изучению родных языков состоялось на филологическом факультете ДГУ. Выступая на церемонии, министр по национальной политике Татьяна Гамалей отметила, что самое важное на начальном этапе – разработать четкую программу работы центра. Завтра на базе Дагестанского кадрового центра пройдет Олимпиада на знание Конституции России и Дагестана среди государственных, гражданских и муниципальных служащих республики, приуроченная к 25-летию Конституционного суда Дагестана. Новости культуры. Сегодня проект «Встреча в театре поэзии» пройдет с участием доктора исторических наук профессора Эльмира Долгат. Вход свободный. Вести спорт. Около 300 борцов вольного стиля из регионов России и стран ближнего зарубежья примут участие в международном турнире на призы чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы Курамагомеда Курамагомедова, который пройдет в предстоящие выходные в Каспийске. Погода. В Махачкале без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура от 1 мороза до 1 тепла.